Вот, дорогие друзья, еще один ролик с этого района. Это бывший переулок Сундукяна. Насколько я могу ориентироваться в этих узких лабиринтиках Плехановских. Здесь вот очень такая плотная застройка. Как интересно, кто-нибудь здесь живет? Здесь что-то никто не живет. Этот двор вот так вот плотно закрыт. Здесь раньше была вывеска, что это продается. Это, видите, такая узкая такая улочка. Это именно вот переулок. Сейчас это стала улица Кукуричо-Хонелица. А раньше была улица перпендикулярно Сундукяна, а это был переулок Сундукяна. Это то, что я могу донести до вас из своего глубокого детства, потому что мы здесь жили в этом районе примерно до 78 года, не примерно, а точно, в 78 году уже переехали жить на Авлабар. Ну, в школе я учился здесь, на Плеханово, 37-й школе, поэтому этот район все-таки для меня очень близок. Но, тем не менее, уже такие детали, где что и как, какого цвета было и какого вкуса, я уже не помню. Вот, мы вышли. Главное, здесь опять спускаюсь на Плеханово, на Ахмашинебей. Вот видите, здесь такие очень красивые дома. А, вот видите, эта улица и осталась Габриэла Сундукяна. Габриэл Сундукян. И вот отсюда был вот переулок Сундукяна. Значит, все-таки все встало на свои места, можно сказать. Как будто и не прошло с тех пор 40-45 лет. Видите, какая трансформация происходит во времени и в пространстве. Вот уже зажгли фонарчики. И что здесь? Что-то китайское. Наверное, какой-то массажный кабинет. Как видно. Потому что там, видите, какие-то комнатки массажные. Здесь везде идет ремонт практически. Но я думаю, что вы согласитесь. Вот это все, эту рухлядь. Что ремонтируй, что не ремонтируй. Все равно все осыпаться будет. Посмотрите, ну какое старье. Поэтому вот лучше вот строить новые вот такие вот здания, но вот с соблюдением соответствующей геометрии, я так думаю. Потому что даже еще в 70-х годах этот район считался аварийным, и всех тогда уже расселяли по микрорайонам и массивам, которые тогда активно развивались. Это Гудани, Темка, Маркетили, Азисубани и так далее. Вот такой
большой круг у нас с вами получился по окрестностям. Видите, здесь в этих дворах много людей раньше жили, много семей. Здесь полукоммуналки были, это потом уже стали отстраивать каждый для себя мокрые точки, ванны, туалеты. А так во дворе был один туалет на весь двор. Вот. Темные подъезды. Сыро было во многих домах. Это вот обычное, но все равно был свой колорит, свой аромат у этого места. И поэтому он как магнит до сих пор притягивает этот район горожан старшего поколения. Здесь можно завершить нашу экскурсию на фоне этого замечательного москвича.